Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Пустошь 2. Ну что же, мы с вами в прошлой серии немножко повспоминали, что у нас было. Была тяжелая еще битва у нас здесь. Я предлагаю сейчас нам дальше побегать, посмотреть, кто что можно взять. Потому что у нас тут еще есть трупики. Распределяем. Тоже распределяем. Мы с вами еще не нашли девочку, которая вроде как бы ушла на огороды. Но я пока тут никого не вижу. Блин, даже сломать нельзя, представляешь? Вообще какой-то кошмар. Хирург. Слушай, а этих нельзя уже, да, смотреть больше? Да. Жаль, может быть, там была девочка как раз. Здесь вроде бы все. Все, что можно было, я все пособирал. Бойчовский погиб. Плохо, но он... Сам виноват, он полез туда, блин, куда ему вообще не следовало лезть. Зачем он это сделал, я понятия не имею. Жаль, конечно, что ими нельзя управлять. Вот из этого получается полный шлак. Они лезут в бойню, которая им не нужна вообще. И в итоге умирают. В итоге умирают. Что у нас там по карте? Путь пока только один, только вот сюда. Я вроде пока тут больше ничего полезного не вижу. Врагов вроде пока тоже и не видать. Залитый кровью дневник. Еще одно тело. Это все барахлом. Да, место бредовое. Возьмем лучше Зара. Ого. Обгоревшие вообще трупы. Подожди, мы что-то нашли? Да. Посмотреть. Ты смотри, а. Заминировано, оказывается. Вот это вот осторожно, надо было, честно, здесь идти. Возьмем хекс. Заминировали путь к телам. Офигеть, смотри вокруг, да? Ха-ха-ха. Вот сволочи. Ну, у нас благо 100%. Еще и гранату получили, вообще прекрасно. Это распределить. Ого. Да ладно, сразу турель, что ли? Что-то как-то нас тут встречает вообще недружественно. Ой, как недружественно. Может, пока с этой стороны пойти? Вроде не заминировано. Holy cow! These things actually flew? In the air?
Это мы выходим в пустошь. Пока в пустошь, подожди выходить. Ага. А тут, оказывается, робот. Что у нас там по карте получается? Я только одного здесь робота вижу, получается. И турелька одна есть. О! Я нашел скот. Ну-ка, журнал. Найти способ, это не то. Вот, мы нашли коров Джилл. Нам стоит рассказать ей о местонахождении стада. Вот это, походу, мы и сделаем сейчас. Спасти. Мы ввязались в драку с Бойчовски, для него она оказалась трагической. Мы нашли у него карту, на которой отмечено местонахождение клада, спрятан на кладбище самолетов. О! Ну хоть какой-то толк от него был. Вход в тюрьму укреплен. Капитан Седлер, глава армии Гремучий Змей, попросил нас пронести в храм Титана Шифратор с его помощью сменить код запуска ракеты в шахте номер 8. Если монахи не смогут ее запустить, у АГЗ появится шанс захватить храм. О, сколько тут всего. Но я предлагаю нам сейчас идти по заданию, сдать его. А потом уже дальше видно будет, куда мы с вами пойдем. Куда-то пришли. Какое-то здание. Но я предлагаю все-таки сначала, да, нам вернуться с вами. Как бы, блин, здесь не было бы засады. Да вроде пока никого. Тихо. Вот это подстава. Я не туда пошел, не тем маршрутом, да? Не тот путь выбрал, надо было вот так пойти. Просто мне интересно, если я с этой стороны буду нападать, турель, она повернется в мою сторону, или она просто будет именно там, где, в какую сторону сейчас повернута, туда и будет стрелять. Но, если честно, мне как-то нет желания это проверять. Давайте туда, а потом уже дадим команду на мини-карте, куда нам бежать дальше. Нам сюда, по идее. Подождем. Сбегаем по-быстренькому, сдадим заданица это. А потом уже дальше видно будет. Дочку пока я их не нашел.
Интересно, куда она могла слинять? В огородах ее не было. Там только трупы были. Тихо. А что у нас был за звук? В другое место. Да нет, спасибо. Мне в то место не надо. Блин, придется заново ткнуть. Интересно, а где кладбище самолетов-то в итоге получается? Ну, другая карта совсем, или все-таки вот эта вот местность и есть? Там в конце, Дамонте. Кстати, давайте сначала, наверное, продадим. Поторгуем. А то у меня барахла тут скопилось. О, отлично. А покупать я вряд ли что буду. Вы нашли стадо? Это потрясающе. Но я боюсь спрашивать вас о Барте. Да, к сожалению, Барт погиб. Вот обещанная награда. Сразу все не тратьте. Спасибо, рейнджеры. Адьос. Адьос. О, стадо уже прибежало само. Ну что ж, тогда выдвигаемся мы дальше. Придется, наверное, все-таки вступить в бой. Там хотя бы расчистить путь, заработать еще немножко опыта. Правда, потратим патроны. У Барда, в принципе, были все шансы, чтобы выжить, да? Но он, к сожалению, блин, тоже вот попёрся. Вот зачем, спрашиваться, попёрся? Кто тебя просил? Для чего? А там оставалась только одна турель. Просто сидел бы молча. И все было бы пучком, и дошел бы ты у нас тут живым. Но нет. Пошел, блин, геройствовать. Ну что, с этой стороны у нас получается турель. Либо ее первым делом сразу мочить, потому что, блин, она стреляет очень больно. Вопрос. Одна ли она? Турель-то.
Ну, давайте начнем с нее. В принципе, снайпер у нас хорошо слетает. Ага. Подожди, что, есть шансы, что ли? Что кто-то взломает? Давайте, наверное, я сохранюсь. На всякий случай. А там уже посмотрим. Пробуем свои силы. Кто у нас там хакерством занимается? Сможет ли она подойти поближе? Да-да. Не смогла. И куча роботов. Куча роботов. Да. Надо было сносить на расстоянии. Надо было сносить на расстоянии. Теперь, конечно, уже ничего с этим не поделаешь. Неплохо. Пока давай сюда. Предлагаю сначала этого бота снести. Выстрел только один. А если я тебя вот сюда поближе подведу и... Есть! Молодцы, от турелики избавились. 62%. Давай сначала сюда. 63, уже получше. О, почти. Почти. Ну вот теперь, в принципе, без турельки-то уже будет полегче немножко. Ой, своих задену, да? Не, своих задевать нельзя. Давай пока сюда. Ох, тут таких два противника сложных. Но они еще пока не начали атаковать. Слушай, у тебя, наверное, есть... Да. Ну-ка, давай пока мы тебе сюда поставим. Поменяем. Ну и посмотрим. Неплохо. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Два хода. Нет, не хватает для стрельбы. Но он далековато. Попробуем давай тебя снести. Вот эти вот еще два тоже опасных шинковки, блин. Они такой серьезный урон могут нанести. Давай пока, наверное, какую-нибудь шинковку мочить. Вот нафига ты теряешь контроль, да? Ну-ка, сможешь попасть? Прекрасно, красавца. А убийца к нам идет. К нам идет убийца. Шинковку, конечно, ты не замочишь. Две шинковки тоже серьезный противник. Ну, он вроде по своим даже попал, молодец. О, как раз к дедку, блин, на дробаш. Давай еще разочек. Отлично. Отдыхаешь. Доктор. Доктор, надо лечить.
плохо. Давай, наверное, еще разочек подлечим. То вот кого лечить-то у нас? Вариантов мало. А, мы можем и того, и того подлечить. Отлично. Хватит у нас ходов. Во, замечательно. Еще даже 3 хода осталось, но стрелять уже не можешь. Поэтому... А куда ты? Куда ты? Зачем? Ой, дедуля, ты дурак. Скотчмо, зачем ты так сделал? Ой, балбеса ты. Какой же ты балбеса. Ну, да ладно, живой что ли еще остался? До снайпера добрался, да? Ой, как досталось-то. 100%. Давай сюда тогда. Ну что, доктор, опять получается, мы с тобой лечим? Эти балбесы, блин. Скотчмо взял, все запорол. Себя, конечно, лечи. А то мало ли. Ох ты, закончились, да? Плохо. Вроде все. Да, закончились ходы. А вот снайперу досталось. Давай, наверное, мы сейчас тебя сюда подальше. Вот, неплохо. Попробуем сейчас... давай в тебя. Жаль, конечно. Плохо, но не хватает ходов на 2 выстрела. Молодец, дед. Сюда. Добить бы. Добить бы мне этого противника бы. Док, добьешь? Главное, чтобы не заклинило. Красавцы. Красавцы. Есть 2 повышения. Замечательно. Докладываем. Мерси. Ну что, и пора, в принципе, лечиться тогда, получается, там с вами. Тебе... Ого, тебе много надо. Сколько осталось? Примерно 10, да? Ну давай вот обычными вот этими вот обезболивающими. Все заканчивается, блин. Все реально заканчивается. Тоже почти стольник.
тебя тоже надо лечить, блин, тоже почти стольник. Досталось. Битва, конечно, была серьезная, но благо, что мы турельку вовремя вырубили. Ой, как хорошо. Этого скота чмо тоже надо лечить. У него тоже, блин, почти стольник снесли. О, отлично. Все, все живы-здоровы. Замечательно. Смотрим, что мы можем подобрать. Противника всяко барахло выпадывает. Ну и смотрим, что они тут скрывали. Здесь, наверное, просто был какой-нибудь проход, и все, больше тут ничего нету. Да. Проход вот сюда. Ох ты, блин. Ловушка сработала. Зар получил, да? Ну, в принципе, там скоро уже будет повышение, поэтому ладно. Обновился журнал? А что у нас в журнале там такого? Видимо, этот ангар недавно превратили в мастерскую. Судя по звукам, здесь полным ходом идет механическая сборка. Наверняка это и есть источник роботов-убийц. Да. Ну, скорее всего, да. О, тут что-то есть. Сверкает. Кого-то собирает, наверное. Ладно. Смотреть, изучать будем уже в следующей серии. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами Базар Бабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.